Тр-тр-тр, погнали! Здорово, катаны, Ёж на связи. Сегодня в России попробую в соло слить вертолет. Для этого у меня есть пулемет, шприцы, калашик, болтик и ракетница. Ну, или базука, кому как лучше. Так, теперь я жду вертолет. Он здесь обычно летает. Здесь я построился, построил крепу. Надеюсь, затащу. Вон он. Ну что, господа, товарищи, начинаем? Я знаю, что нужно бить по лопастям. Далековато он. Приступим. Ох, ни хрена себе он валит. Ого-го-го-го. А чё он так низко летит? К дождю, наверное. О, ракеты пошли. Валим. Бежим, 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 бежим. А чё он такой злой, ребята? Ого-го-го-го. Ничего себе. Ого-го-го-го, прячусь. Силен скотина. Ну, ежа не взять. Я не знаю, как я буду базукой пользоваться. Где он? Черт, наверху все горит. Где же ты, вертушечка? Вон он. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, спрячусь. Смотрите, здесь я сделал проходы по всему дому, чтобы лучше бегать. Так, мне шприцы еще нужны. Боеприпасов у меня полно. Тихо, ракеты. То есть он чередует, я так понял, да? Перезарядимся. Надеюсь, я его собью вперед, чем он мой дом развалит. Вон он, перезарядка быстрее. А может быть с ракетницы попробовать его? Ой-о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 й
Давай, отхилимся. Черт! Не ожидал, перезарядка. А он даже не задымился еще, да? Мне кажется, он даже не задымился. Прячусь. Ой-о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 й. Ну иди сюда. Пупсик. Да нет, мне кажется, горит. Ой-ой-ой, сейчас сольет. Бежим. Бежим. Слушайте, я ему половину боеприпасов влил. Прям в лопасти. Так, шприцы. Хил. Ого-го-го-го-го. Ракеты! Ааа! Конечно, очень обидно. Не смог я вытащить в одного вертолет, как вы поняли вначале, он меня захерачил. Жесткая машина. Убийца, можно и так сказать. Жесткая. Ладно, попробую как-нибудь еще раз. Ну а сейчас у нас, кстати, скоро вайп будет, так что я решил все ресурсы свои спустить. Там, кстати, дом был недалеко. Погнали туда сгоняем. И зарежу сейчас, попробую. Хома 2. А, у меня откат еще 30 секунд. Давайте я вам домик покажу свой. Так, здесь у меня печи стояли, я их убрал. Здесь перемычки, как всегда. Даже фонарик есть. Вот такой вот. Жалко, конечно, что вайп сейчас делают один раз в неделю. Печально. Строишь дом, он потом просто-напросто стирается. Здесь двери обычные. Здесь у меня для изучения рецептов столик. Поднимаемся наверх по лестнице. Так, надо за собой закрыть. О, и поднялся. А здесь у меня смотровая площадка. Кстати, здесь болт лежит у меня. Вот он. Болтишка с прицелом, резервные патроны и жрачка с медикаментами. Значит, это вот мои ресурсы, ракеты, все, что у меня осталось. И такой вот последний этаж деревянный. Здесь я его не обустраивал. Так, ну что, в принципе, давайте ТПшнемся. Посмотрим, что от дома осталось вообще. И там соседский дом, можно сейчас его будет взломать. Кстати, вон вертушка, вон она летает. Смотрите. Вон она. Да, зверь-убийца просто-напросто. Посмотрим сейчас, что с домом стало. Так. И погнали. Так, а здесь перемычки, кажется, были, нет? Опа, тут у меня закрыто. То есть я не смогу выйти, да? Кормов, если...
А, вот, ремувится. Погнали наверх, сейчас проверим, что сверху. Ого-го! Ого-го! Так, а еще повыше можно залезть? Или здесь вот пройти? Так, вот здесь вот можно пройти. Вон он дом, тот я хочу зарядить. Эта сторона вся целая. А вот эта сторона... У-у-у, смотрите, этаж снесло нафиг просто. В принципе, давайте приступим к рейдам. Погнали, спустимся вот так вот через ремув. Опля, опля. И внизу. Готово. Вперед. Вот моя база для рейда. Такая вот огромная. Надеюсь, патрульный вертолет меня не увидит. Стройка запрещена. Такой вот домик. Так, где лучше пойти? Это мне ничего не даст. Я, наверное, там... А может быть, пролезу? Давайте попробуем. Сейчас базуки шмальну. Пару раз. Здесь у нас 750 хп. А на заборе... Ой, ёпта! Ну, нихера себе. Ху! Вот это прикол. Тихо-тихо-тихо. Шаг влево, шаг вправо, вилы. Все, перезаряжаем. И вперед. Есть. А чё так дамажит слабо? 457. Странно. 322. Может быть, легче было снести эти ворота? Офигеть, 187. 4 ракеты надо, чтобы снести деревянную стену. Жесть. 50 хп. Так. А может быть, гранатами попробовать? Давайте попробуем гранатами. Вот. Все. О, уже кинул. Зараза. Пройдем здесь, не пройдем. Ай! Бочком, бочком, бочком. Ха-ха-ха-ха, получилось! Катаны, класс. Так, проверим печуньку. Да, новая печь. 100 дерева только. Так, дальше куда нам? Здесь тамбур. С печей никуда не запрыгну. Сейчас посмотрим. Эта серия у нас будет посвящена спуску ресурсов перед вайпом. Что не могу запрыгнуть. Так, я скатываюсь. Я почему-то скатываюсь, непонятно почему. Да, не получается залезть. Не залазит. Раньше залазила. Так, блин, тут тамбур. Что там с ракетами? Ну, ракеты есть, в принципе, 800. Не проблема. Давайте вот так вот, чтобы мне поудобнее было. Перезаряжу. В принципе, я в защите сейчас сижу. Вокруг меня забор, и тут, если кто-то придет, я его пау! И все. Придется сносить этот чертов тамбур. Была бы подсадка, я бы наверх залез и... Вон ту стену вон. Вот эту вот. Долбил. Но, к сожалению, подсадки нет, так что сейчас в одного. Придется сносить вот этот тамбур. И идти просто вперед. По-другому не пройти. Давайте приступим. Так, а дамаг куда ушел? Что-то я не пойму, почему так дамажит слабо. Неужели... Вот это прикол. Это что, обнова такая была? Или что? Блин, вертушка. Твою мать. А я в домике. Блин, нужно быстрее в дом заходить. Прячусь. Охренеть. Охренеть. Я режу, у меня вертушка стреляет. Может быть, она ракетами сюда шмальнет? Кстати говоря. Так, спрячусь вот так вот. К забору прижмусь. Ай-я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 й
Стреляй! Стреляй ракетами! Слушай, мне бы зайти внутрь и вызвать огонь на себя. Она бы разрушила этот дом нафиг. 156. Стреляй! Ракетами! Черт! Черт! Ну же, шмаляй! Ху! Давай ракетами! Детка! Не хочет ракетами. Ну-ка, погнали внутрь. 19 хп, чё за бред? 19 хп осталось. Ой-о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 й. Это больно. Так, господа. Черт, катаны, ну это просто адский вертолет. Сколько можно? Он меня преследует и преследует. Где мой трупак? Так, там решетка. А труп-то мой где? Эй! Трупешник. Вот он. Так, забираем все. И сейчас оденусь. Так, давайте по-быстрому оденемся. Реально адская вертушка. Так, это сюда, это нафиг выкинем. Так, пулемет. Походу я его... Так, пулемет... Пулемет. У меня нету пулемета. Калаш. Сюда. Так. Норм. Чё у нас с этим домом? Ну да, как я и говорил. Придется идти прямо. Перезарядимся по-быстрому. И огонь. Сколько хп снимает? 30 осталось. Нечем добить. Так, а если... Ну, придется ракеты добивать. Готово. Так. Ага, вижу, в дверной проем стрельнуть. Попробуем. Это что, дамаг на стену, что ли, пошел? Ну да. Вот сюда вот сейчас шмальну, только отбежать надо. И, скорее всего, еще один раз. Сколько хп осталось? Нет, еще два придется. Жесткие нынче времена пошли, ребята. Так, я стену вскрыл, блин. Хреново. Все, вперед. Эй! Так, наверх. Вижу. Бочка с водой. Пустая. И нам нужно... Наверное, вот эту стену будут дамажить. Вот этот вот. Угол. Хотя, смотрите, тут сейчас упадет. Давайте шмальну сюда. Надеюсь, лестница не развалится. 20 хп. Так, а дамаг... Дамаг не идет. А если я вот сюда вот шмальну? Бля! Лестница сломалась. Ладушки. Все равно этот дом размудохую к чертям. Давай. Аресты не жалко, потому что вайп, куда их девать? Развалилось. И еще один раз шмальнем. Так, бочечка. Чё ж ты мне сделаешь, бочечка? Ни черта не видно. Так. Отойти, что ли? Думал, люк. Нет, это не люк. Не знаю, как мне пройти. Давайте... Давайте вот здесь вот рушить. Потому что без шкафа я ничего не сделаю. Без подсадки. Сюда вот. О, ты черт, а? А, тут сейчас рухнет уже. Отлично. А вон ящики. А вот и шкаф. Так, все отлично. План постройки, сборка. Блин, хорошо, что с утречка играю. У меня дерева нету, черт! Так. Кит надо прописать. Кит. Стер. Чё там дают? Ага, все. Так, и закрыть.
Опля. Так, погнали, дерево рубанем. И залезем наверх. Теперь, в принципе, я могу ремувить. И заремувлю к херам этот дом. У меня, наверное, рисы еще остались, да, еще немного есть. Штаны чьи-то. А это мои штаны, это я после кита получил, эти бичевские. Так, давай, 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 по-быстрому. Я там надо-то один раз поставить. Хотя, уж побольше нарубаю. 440. Все, хорош, погнали. Хорошо, что с утречка играю. Школотроны все на занятиях. Мне никто не мешает. Блин, тут как кажется какой-то прям плато. Постройки везде. Что ставим? И лесенку. Опа! Что, залезть не могу? Высоковато. Ага. Так. Здравствуйте. Пусто. 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 Черт. Рамуве. Там же откат на нем. Ну да. Пусто! Пусто! Чего? Вот сволочь! Так, а давайте повыше залезем. План постройки. Тогда вон можно повыше залезть. Так. Пока у нас откат на рамув. Сейчас мы с вами наверх залезем. Так. О! Здесь ни хрена нету. Он, скорее всего, наверху. В другой стороне, сбоку там вот сидит. Так, а тут двери нету. Закрыто. И нам нужно повыше залезть. Дерево-то есть у меня? Ху, хорошо нарубил, нормально. Чё, тут ничего нет, что ли? Это чё за бред? А где хозяин, где? Э! Чё за бред? Я чё, зря усирался, редил, что ли? Чё там с откатом-то? Ремув. Сколько? 117 секунд. Тут никого нету, катаны. Подождем тогда отката. Рамова зарамовлю. Но все равно он должен где-то здесь быть. Не может такого быть, чтобы вообще ничего не было. Что за бред? А, зато штаны дали, бичевские. Это офигенно. Прям сверху начну рамовить. 86 секунд. И вниз с вами пойдем. Может быть, на первом этаже где-нибудь скрывается. В какой-нибудь комнате. Я должен бича найти, который здесь живет. Ждем. Отката рамувчика. Ресурсы еще есть. Там домов еще дофига. Так, где-то наверху видел дом. Где-то в той стороне дом был наверху. Да ты исчез. Что там, сколько? 47 секунд. И сейчас начнем ремувить. Вот моя база, которую я построил, чтобы сбить вертолет. У меня ничего не получилось. Значит, у нас серия-то будет наполнена трешаком с вертолетом. Он преследует меня. Раз пять, наверное, шлепнул, пока бегал. Как раз перед вайпом. Реса спускаем. Такая лайт серия. 20 секунд, 18. Еще раз ремув. Ремув. Надеюсь, бич здесь. 8 секунд и погнали. 4. Все, поехали. Или нет, давайте все-таки... Вот таким вот образом. Вот он, бич! 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 П1. Вот бичок, а? Дай-ка мне. Томпсон, болт. Хорошо. Гитара. Нужная вещь. Гитара. А, я знал, что он должен здесь быть. Раздеваем по традиции. Так, гитарка пока. Пока вот сюда вот. Арест твои где, бич?
Не пойму. Эй! Ага. А вот они! А вот они! Ребята, ребятушки, ребятулечки! Вот это прикол! Вот это прикол! Вот это подарок! Вот это подарок судьбы! Вы посмотрите, сколько... Ё-моё! Ну тебя нафиг! Так, это все выкидываем. Вот это да! Базука! Пигаль! А, бич-пушка! СМГ! Томпсон! Дробаш! Калаш! Вот это прикол! Так, это я выкидываю. Это тоже. Вот это да! Вот это подарок судьбы. Разрывные патроны возьму. А ресурсы? Так, сульфы нету. 7775 камня. 5 косарей дерева. 100 высокого металла. 425 топлива низкого качества. 395 железа. О, вот это да! Так, мне нужно валить отсюда. В дом быстрее все отнести. Так, давайте патроны возьму. Я гитару не хочу выкидывать, я хочу завалить его сначала. Сначала поиграть. Да-да, покойся с миром. А теперь до свидания, P1. Мы будем тебя помнить. Хе-хе-хе, шучу, не будем. Так, и ценные, 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 ценные. Еще патроны, наверное, зажигательные возьму. Так. А, это выкидываю. Камень, наверное, заберу. И патроны. Блин, я даже не знаю, что брать. Еее! Да я богат. Все, сейчас прописываю ТП в дом по-быстрому. Отсюда. Вываливаю все ресы. И еще раз пробегу, все до конца заберу. Блин, вайп, конечно, будет. Куда мне их девать, не знаю. Так что пока на этом все. Мой дом простоял 7 дней. Полные игровых 7 дней. Никто не рейдинил, никто не нападал. Зато я навел здесь шороху. Так что был с вами Ёж, как всегда. Похлопаем. Блин, вообще рейд 100%. Офигенский получился. И еще увидимся. Пока, катаны.